Да, если получится по месту, делаем контроль. Да. Это зло. Немножко разнообразим формы и внесем определенный акцент в работу. Мы будем держать кисти рядом с плечом. Мы работаем в умоте, но в этот момент... Может быть шагом назад, может быть мы поработаем в грудь, что то же самое в принципе, да? Может быть будет место, и мы будем работать 90 градусов, но мы сохраняем вот такой контакт. Меняйте пары. И, пожалуйста. Ну вот мы не часто работаем вместе, в основном. Вместе. Айдозу. Соберем та конструкция, которая у нас получилась в этой части гармошку. Икео модель. Этой рукой мы не даем партнера, ну, то есть выполнимся до конца, работаем. Мы, в принципе, работаем круж. То же самое, немножко по-другому по исполнению. Я сам перешагиваю эту позицию и выпрямляюсь, когда уже у меня контроль партнера есть. Еще раз зашагиваем, выводим из равновесия, контроль и нужная позиция для уровня. Должны стоять здесь. Это зуб. К моменту захвата я постараюсь выстроить так сказать, сильную линию руки против его указательного пальца. Надо перестроиться телом, а точку захвата оставить примерно такой же. Просто захват. Мы ложим вот это натяжение. Захвате. Нам нужно поймать вот это.
Пойдем. И будем забирать руку сюда. 90 градусов. Просто от этой точки оттолкнемся, займем новое место. Можем лезть вниз и забирать руку сюда. У нас, соответственно, партнер. То же самое. Мы стараемся забрать то же самое, что положить. Вот еще хомяки. И потом. Идет зон. Моя задача.